Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся в городе Сан-Хосе на таком пространстве корпоративном, где стоит много корпоративных билдингов, в частности, вот компании Cisco. И нас, меня лично, ведут на обед. Ведет меня на обед Анна, которая уже давно в Cisco работает, так, на одном проекте, на другом. И вот мы движемся куда-то с ней покушать. Я с другой точки делаю вам такой панорамный вид камеры GoPro. Я, соответственно, не могу там наводить ближе-дальше. Так просто в карманчик сунул. Тут еще не всюду снимать можно. Вот. Тут много зданий. Тут компания Ascend Disk напротив. Вот мы проходили. Ну, а это все сисковские, да? Да. Вот, а здесь мне мы кажется, посидим больше, и покушаем. Да. Здание, чем в Гугле. Огромный офис гораздо больше. Google в более тесном месте стоит. Все-таки Сан-Хосе более просторный такой городок. Ну, может быть, да. Тут у нас... Тут какую-то презентацию делают. Видите, вот тут какой-то application. И мы вот эти машинки, их раздают, вот ручки раздают. Возьмем, да? Да, возьмем пару. Возьмем ручку, возьмем машинку и оставим их тут дальше рассуждать про свое application. Так, Анна нам расскажет, что мы видим на лотке здесь. Это я вижу, что овощи, фрукты, да? Фрукты, овощи, да. Фрукты, овощи. То есть ты просто набираешь тарелку. Чего хочу. Чего хочешь. И паунд стоит 99. То есть тебе потом взвешивать будут? Да, там прозрачные есть коробки. Так. В них выходные, можно супчика набрать. А супчик за трешку, я смотрю, там ценник. Так, хорошо. Супчик, хлебушек. Так, а вот тут реально, друзья, можно себе салатик подгрести. Помидорчики, огурчики, редисочка, грибочки. Это, как его назвать, я забыла. Да, я понял, о чем ты говоришь. Значит, так. Да. На любителя, на большого. Это бобы. Тюна. Это тюна уже. Рыбка, салат. Тунец. Да. Яичко. И рыба. Это рыба? Вот. Курочка, да, да, курочка. Да. Ну, хорошо. И различные маринады. И разные соусы. Шикарно, шикарно. Мы с Анной движемся вот к этой станции. Здесь вы видите, тут можно набирать, я знаю, там и щавель, и бобы всякие там, и так далее. Все это набирается вот в такую грибы, мисочку. Вот грибы. Грибы. Набирается в мисочку потом. Потом мы отдаем вот этому парню и говорим, и он наливает чистое новое масло на сковороду, чистую. Это все обжаривает на свежем масле, добавляет соус, потом он должен добавить протеин. Протеин здесь несколько, выборов. Да. То есть можно, для тех, кто вегетариан, они, по-моему, как оно, на тофу берут, да? Тофу, хорошо. Потом можно креветки, за креветки ты доллар доплачиваешь. Так, курица, а там можно посмотреть, что. Ну, то есть это нормально. Да. И тут слабая, естественно, курки желание. То есть нормальная еда. Я в основном овощи здесь набираю, грибочки, овощи, ну выбираешь, нравится. Понял. Там есть острый перчик. Ну, хорошо, это как бы вот... Мы покушаем вот этим сегодня. Да, мы начинаем. Хорошо. Мы в итоге, знаете что, пришли в другое место, и тут вот у них лазанья, тут все такое вегетарианское, но вот рыбка есть. И мы договорились, что он мне рыбку сделает с картошечкой, с соусом и всякими делами. Вот, и вот такое место для... Здорового питания, да. Тут говорят, что национальный день орешков. И это такое место, где сладости. Говорят, попробовать хочешь, там может быть еще чего. Вот мы показываем такое вот красивое место. Орешки. Берем орешек, да? Так, берем орешек. So, would you explain what's happening? What is this? This one is made for nuts with room. The cream has a room. Okay, I'll take it. Okay, see? You made it all this food. Так, друзья, мы взяли по штучке. Взяли. А тут такая как бы кафе стейшн, да, Pitt's Coffee, это известный бренд, вот наряду со Starbucks. Значит, и вот здесь так красивенько, бананчики, апельсинчики, всякие безобразия, и берут питье. Ну, понятно, что в автомате там соки, они чего-то стоят. Это напоминает мне
прошлую жизнь написано не работает. Так, тут стаканчики, все понятно. Так, Анечка, рассказывай. Это комплиментари, то есть бесплатно. Это бесплатный. И здесь, вот смотрите, огурцы, мне кажется, огурцы, и апельсины. Апельсины, да, водичка такая. Водичка огурцово-апельсинная, бесплатная. Да. Можно, знаешь что, можно крышку поднять и апельсины под глаза положить кому-то, если нужно, или огурцы. А это стоит денег, это аквафреск. Да, это 99 центов стоит. Так, вот говорят, какие там водички, вот, пожалуйста, вот, разные водички. Сейчас решим, что мы будем пить. Вот так выглядит мой подносик. Друзья, вот вы видите, тут картошечка, рыбку. Прям при нас делали рыбку из абсолютно сырой. Вот. Ну и там сладенькая вот эта штучка. И, собственно, у Анны то же самое. Я не могу сказать, что есть какая-то разница. Вышло нам на двоих за двадцатку это покушать. Вот так, два подносика, пожалуйста. Мы пошли на улицу. В тенечке посидеть. Там внутри вообще очень прикольно и симпатично, но мы решили пойти на улицу. Здесь очень мило, ветерочек дует, красиво, не жарко. В общем, покушаем на природе.